В Ульяновской области переформатируют работу медицинской палаты. Об этом заявил Сергей Морозов на встрече с медиками и общественниками. Сегодняшние реалии требуют включения общественников в решении более широкого круга проблем. Мы видим о том, что у нас есть, в отличие от других отраслей, в общем-то, все равно крепко стоящие на ногах медицинской палаты. Значит, что она может сделать? В моем понимании, она как раз должна решить вопрос не только защищенности, но и улучшения профессионального и морально-психологического климата внутри коллектива. Медпалата должна стать центром большого коллектива врачей, вносить предложения по улучшению работы больниц, бороться с оттоком кадров в другие регионы. Чтобы эффективно исполнять новые функции, палата должна сменить юридический статус, то есть стать автономной некоммерческой организацией. Проблема в том, что тогда она перестанет быть ассоциацией, основанной на членстве врачей, и потеряет часть полномочий. Однако решение найдено. Медицинская палата может явиться учредителем этого ОНО, которое можно назвать как Институт развития кадров здравоохранения. Если раньше палата занималась в основном защитой прав врачей, то теперь у нее будут дополнительные функции. Качество и доступность здравоохранения пока еще, несмотря на строящиеся ФАП и закупки оборудования, оставляет желать лучшего. Причина – кадровый голод. Эту проблему, по мнению власти, нужно решать с помощью всех властных рычагов, мер поддержки и общественных институтов. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Управды ТВ.